Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайт G-Drop. Пополни на данный сайт на 10 тысяч рублей обязательно. Если ты хочешь пополниться, просто вот сюда вот Лупют пишешь, дает тебе 11% наполнения. Что ж, поехали, начнем. Но начнем мы, наверное, сразу же с тобой с бесплаточек, потому что только что Сёма закинул порядка 25 тысяч рублей на сайт, нахуй этот. Помойка ебаная, нахуй. Мне вообще нихуя не поставило. Ну просто вот ноль. То есть сейчас на сайте 35 косарей. Это самый большой деп за день на какой-то, на какой-либо сайт. Ой, как же я надеюсь, то, что с третьего. С третьего просто. Ты просто вдумайся. Три депозита за раз. Просто с третьего я надеюсь, то, что сейчас что-то нам с тобой выдаст. А, нет, погоди. Три до этого. Это четвертый. С четвертого депозита нас сейчас что-то с тобой выдаст. Но как-то... Как-то видя, что выпадает с бесплатных, знаешь, как-то плакать даже, как будто бы хочется. Но все равно, тем не менее, только серебряный кейс мы сейчас пока что с тобой открываем. Дальше у нас золотой, платиновый и элитный, по-моему, насколько я помню. Отбойный череп, тем не менее, 124 рубля, хорошо. Да, золотой, все правильно сказал. Дальше платиновый, а последний, по-моему, насколько я помню, элитный. Ядерный сад или преданный паладин, непонятно было, сейчас окей, еще посмотрим потом в контрактах, сейчас запихнем сразу же с тобой все в контракт, мало ли что-то нам с тобой получится выбить, вывести. Меньше 35 я сегодня не буду выводить ни в коем случае, окей, что ж, и последний, поехали, элитный кейс, все правильно я говорил, значит, пожалуйста. Если бы вот сейчас морозная баре упала. Кстати, сколько она стоит? Давай, вот реально, да, ради интереса, давай посмотрим. Морозная. Да что такое? Да ебаный рот. Морозная. Угу, понял. XM, значит, пишем. А, скумбрия, ртуть, поток. А зачем я это делаю? Не понял. Ну ладно. Просто интересно, вот сколько эта морозная баре стоит там, которая лежит. Ага. Ну тут всякая ебала, по-моему, лежит. Красная кожа. А, вот. Это. Это 10 тысяч рублей могло выпасть. А реально. Я даже что-то и не думать не мог, что XM столько стоит. Какой-то XM. 8100, тем не менее, нападало нам с бесплатных кейсов. Смотрим контракт, что нам даст. 8700. Это, кстати, первый плюсовой контракт с бесплатных кейсов. Мое уважение, спасибо большое, ладно. Будем тогда сегодня открывать какие-нибудь дорогие кейсы. Например, желтый. Три раза откроем? Не откроем. Два раза, значит, откроем. Если окупится, откроем три. Ну да, вот, вот как-то так вот примерно и окупал меня данный сайт. Вот только вот таких вот проклятий АПОП было больше гораздо. Ладно, 7000 рублей, топливный инжек. Все. Выебоны в сторону, сори. Реально, прости, пожалуйста. Хорошо, тогда у нас есть еще поношенный кейс за 20 тысяч рублей. Давай попробуем его, мало ли он сейчас что-то покажет жесткое. Или, например, сольет жестко. Ну, тоже непонятно. Поток информации. 50 тысяч рублей стоит, я вывожу. Угу, почти. А, ладно, минус 500 рублей, не так критично. Еще разок тогда откроем, посмотрим, что тут. Дикое пламя, которое стоит 5700. 5700, блять. Ладно, окей. 10 тысяч рублей. Остается баланс. Я считаю, далеко не самый плохой баланс. Черный, черно-белый кейс откроем за 10 тысяч рублей. Просто поймем всю сущность. То, что окупов сегодня мы с тобой больше не увидим. Например, таких вот просто минус 5400, как бы, да? А почему бы и нет? Реально. 4 гидры тогда откроем. Выбьем один окуп. Блять, ну это сильно, реально. Это реально просто пиздец, как сильно. А, ну да, 800 рублей. Ну, как бы, вот, а как такие ролики выпускать? Да непонятно. Какие бесплатные есть предыдущих открытий, давай откроем его. Мало ли что-то покажет, хорошее, по крайней мере, надеюсь. Падает глок-реактор. Понял. Ну, как бы, да, 820 рублей. Спасибо, а где, мать его, мои, блять, 10 тысяч рублей? Непонятно, действительно. Хорошо, вот тут откроем. 870.
Окей. 2800 наш с тобой баланс. Это жестко. Это прям пиздец как жестко. Ладно. Пламя дракона, 4 кейса. Бам. Бам. Вот это, кстати, хорошо. Вот это хуйня. И это тоже хуйня. 2700. Ну, блядь, даже купили. Ладно, даже окупили. Пламя дракона, 5 кейсов. Плюс, минус, минус, минус и минус. Ну, ну, типа в ноль. Ладно, пускай так. Может быть, как-то раскрутишь мне баланс, но я не знаю. Ну, что это? Ну вот, вот это уже куда ни шло, реально. 4000 рублей. Это еще хоть какие-то, нахуй, камбэки. 3 кейса гидры, пожалуйста, я тебя прошу. Сказка это хорошо, треугольник это 0, и хамелеон это минус. 3800, тем не менее, как бы. 3800, делаем контракт. Пожалуйста, я тебя прошу, умоляю, дружище, окупи. Понял. Ну вот, вот мои шансы, как бы. Ну я потому что до этого момента в предыдущих роликах выводил до у миллион. Хотел сматериться, но потом подумал, что, наверное, все-таки не стоит. Окей, 1500 еще откроем. Опять пламя дракона, спасибо большое, 2000 рублей контракт. Пожалуйста, парень, ну, ну дай, ну что-то хотя бы, ну понюхать. Ну, что это за фекальные массы? Да не хватает нахуй на 2 гидры. На 2 гидры только хватает, хорошо, давай тогда 2. Ага, минус и... Ну а как? Как мне раскрутить этот баланс? Ну это вообще тильт. 35 тысяч рублей, видимо, сегодня пойдут у нас с тобой по бороде, к сожалению. Хотя, погоди, нет. Что-то поставил. Это хуйня, это нормально, и это нормально. 5000 рублей. Пожалуйста, контракт. Я тебя прошу, просто, ты сейчас покажи мне все. Не надо мне показывать ничего. Бля, ну это шляпа. Просто полная шляпа какая-то. Вот так, вот так. Графит нового, кстати, за 4300. Как тебе? По-моему, сильно. 6000 рублей. Контракт, пожалуйста, окупи. Ну, не всегда окупаться. Спору нет, на самом деле. 1800. Апгрейд. Ну, 1100, понял. Продаем. Вот так. 1500 рублей остается баланс. Ну, я не знаю. Ну, это сильная история, реально. И третий депозит как будто бы даже не зарешал. 521 рубль, кстати. 460, ну не знаю, давай 1000 на 3 поставим. Просто да-да, нет-нет. Не будем кота за яйца, как говорится, тянуть. Реально. Ну а тут и тянуть-то не за что, блять, на самом деле. Что ж, вот такой вот, к сожалению, неокупной видеоролик получился. Сема залил в данный сайт. Просто вдумайся, 35 тысяч рублей за день. За день ты, ну, блять, понимаешь, что такое 35 тысяч рублей? 35 тысяч рублей, это можно какие-нибудь нахуй... Достаточно хорошие наушники купить, клавиатуру и мышку даже. Все вместе можно купить себе. Саш. Ну вот, к сожалению, и такие видеоролики, я считаю, то, что должны быть на канале, чтобы вы понимали, ну не всегда я окупаюсь. И те, кто пишет, что подкрутка, они... Они гении просто. Они просто не понимают, сколько денег вливается в, это, в эти сайты. Понятное дело, что-то там тебе все будет давать. Вплоть до ножей за 100 тысяч рублей, когда у тебя на балансе минус там 150, правильно? И ты еще 50 закинул, то есть у тебя минус на сайте 200 тысяч рублей, а тебе 100 отдает. С 5 тысяч. И вот порой думаешь, а не подкрутка ли это? Ну да, наверное, все-таки подкрутка, да. Я согласен. Что ж, ладно, вот на такой прекрасной ноте мы закончим с тобой данный видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Обязательно не забудь подписаться на канал, ты этим самым очень сильно меня поддержишь, ведь когда на канале наберется 3000 подписчиков в своем телеграм-канале, я запущу розыгрыш на нож. Может быть даже не один нож, может быть еще какие-нибудь призовые места выберем и сделаем розыгрыш такой достаточно сочный, прикольный и все в этом духе. А так, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.